похороны Бориса Моисеева были отложены до 2 октября, потому что ждали родственников певца, но никто из них так и не пришел проститься с Борисом. Никто не приехал, но он не чувствовал себя одиноко, потому что жил в той яркой жизни. Жил воспоминаниями об этом, рассказал продюсер Леонид Дзюник. Проводить музыканта в последний путь пришли его звездные друзья и поклонники. На Троекуровском кладбище в зале церемонии появились Филипп Киркоров, сестры Зайцевы, Нинель Кобзон, модельер Игорь Гуляев, Надежда Бабкина, Николай Басков, Лолита Милявская, Клара Новикова, Николай Трубач. Также присутствовал на похоронах и арт-директор певца Сергей Горох. Зато Алла Пугачева на прощании с Борисом Моисеевым не появилась. Она покинула Россию, улетев с детьми на частном джете. Поговаривают, что Примадонна выставила замок в деревне Грязь на продажу. Могила Моисеева расположена впритык к соседнему захоронению. Рядом поставили шатер, под ним стол и 4 стула. Все очень скромно.